Спасибо. Спасибо. Я удалю эту трансляцию. Я эту трансляцию удалю, ты понимаешь? Я не хочу, чтобы это все видели. Нет бы чем-то полезным занялся, шалопай, книги почитал, ума набрался. А то сидит, сука, днями и ночами зумирует. Я его забаню скоро. Трич, сдавайся. Я скоро доберусь до тебя за твои ролики. Да. Я после операции, у меня чуть-чуть график сна изменился. Ночью спать начал после операции. Потому что после комы как отошел, потом весь день спал. Вот как людей называют, которые одно и то же пишут по 100 раз в чате, либо по 3 раза? Да, Маркуша. Это одно и то же. Не одно и то же. Чмоки. Это Маркуша, он такой хороший мальчик, Маркуша. Марик, привет, Маркушек. А ты знаешь, что на следующей неделе или на выходных на этих будет вторая серия около ЦУМа? Да. Что да. Вот это вот хорошая серия, я посмотрю. Ты мне лучше расскажи, как там нецелованная поживает. Что ты скуфился? Что ты, скажи давай. Расскажи, но... как ты там по ночам. Привет, зайчка, привет. Сейчас я тебе фоточку скину. И фотографируется, маску доделать, блядь, огуречную на лицо. Эй, блядь, рожу свою. Вот это лучше расскажи, пацана. Не фыкуй. Не к моим самкам, представляй. Она все без изменений. Ну я понял, понятно. 18 лет секса не светит. Может, подарить чему учился. А что ты ему подарила? Да вроде норм. Только домой пришла и под дождь попала. Жесть какая-то. Пришла домой и попала под дождь. Либо нет крыши, либо дождь золотой. Я тебе так могу сказать. Я прочитал, как бы. Да. Залезай под одеялко. Чё, к тебе может еще залезть, ты спичечно. А в твоей спичке убийца. Лола, кстати, спит в коробке. А ты... Чего? Ну, спич там. А, ну да. Не тут, здорово. А мы дождемся зомби этого? Здравствуйте. 2 против 10 или 2 против 15. Че это такое, 40 зомбов всего? Несерьезный подход. А как несерьезно? А время, час ночи, а им завтра в школу, завтра четверг. В зомбу только школьники заходят, ясно. Это что? Это что? Спасательный шар, брат. Это что? А как? Сейчас. А там машина будет? Да, будет. А, это вот это как-то... Ух ты, а как сесть? Бля, почему не удалось раз... Можно ли? Ай. Блядь, сзади чё... Ты неправильно его разворачивал. Все погнали. Почему? Место заблокировано. Нет. Блядь, да. Лена, с днем рождения, 34 года. Не мужчина, мужчина. Кому 34 года? Для падла едет и оглядывается. Еще, блядь, как дам... Столкнулся с такой проблемой, как у тебя. В 3 года начал лысеть. Посоветовали херню под названием Регей. Курс пошел. Результат. Охуенный. Не реклама КСТ. Блять, я перевертыш осуществил, техника на попе. Пройдите, пожалуйста, спаси машину. А при чем здесь облысение? Ну, облысение — это дань возрасту, так сказать, понимаешь? Чем человеку больше лет, тем у него меньше волос. Ты знаешь, вот каждый из нас это тот человек, который стареет. Поэтому не нужно бояться старости, нужно бояться старости, а бояться потерянных лет. Валера. Да. Что? Ай. Ебать ты лох ебаный. Я, сука, знал, что тебя пизда этот лох. Пизда. И что мне теперь делать без машины тут стоять? Да я хотел за зону вытолкнуть зомби, они меня отпиздили. Валера, беги до машины. Их мало, они не успеют. Мне страшно.
Давай, убивай. Блять. Не могу попасть, патронов нету. Сука, тупое оружие. Хули оно поднимается вверх при выстреле. Вон, вон, машина перед тобой прям была. Батуа. 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 Все в порядке, брат. Батуа. Ты же... Блять. Батуа. Блять. Ай. Сука. Меня ж дернуло все внутри. Душа вылезла, понял, выпрыгнула. Как ты, сука, блять, если б не ты, блять, ты понимаешь? Первый блин комом, брат. Я хочу заходить и всосавшую поезда давать им, блядь, всегда. Чего? Что это за хуйня? Тебя забанила игра. Слишком слабый игрок. В смысле? Мне, сука, знаешь, что самое большее кумары, честно тебе сказать. Так. Что вот эти гнидники, которые играли против нас, да, сука? Чамары. Угу. Они сейчас сидят и так и радуются. Даже, сука, сидит за компом, и тут школьник, который меня сбил. И, сука, он радуется, сидит. Чтобы... Сучара, чтобы он больше не радовался, блядь. У тебя дюза лопнула. А какая у меня проблема? Да не, у меня нет проблем. Ну, то, что я сонный уже немножко, потому что я сейчас ночами сплю. Я просто сонный вот чуть-чуть, и поэтому, может, так слабо играю. Ну, чуть-чуть подлагиваю. Сонный немножко, я сонный, да. Ну, чё, чё смешного? Ну, такое впечатление, что просто ты всегда спать спишь. А, я тебя понял. Я понял. Молодец, молодец, давай. Чё ещё скажешь? Откуда тебе знать, чем занимаются умные люди? Ну, явно не просмотром политических новостей. Умных людей на это дерьмо времени нет. А, ты рэпа хочешь послушать? Катя, зачитай рэпа. Нет, есть смысл смотреть новости, если ты там инвестор, например, в рынок ценных бумаг инвестируешь. Ну вот я спасибо. Инвестирую в бумаги ценные. Какие? И наклейки с машинками. Ага. А у тебя сильно пропала после операции память? У меня вообще ничего не пропало. В кошельке немного денег кто-то. Ну тарахтит что-то, вот сегодня ехал что-то прям там. О, Жека, здоров! Сейчас я перну и сделаю вид, как будто это не я. Ого, крепенько. Сказали, что я какого-то Сашу променял на дебила. А какой Саша? Я знаю одно, что все Саши дебилы. Да, что-то негативно пошло. Негативность какая-то. Просто встанем, будем ждать сужения очка. Зачем ты постоянно дергаешься, скажи, пожалуйста? Ты можешь сесть в технику, блядь, и ждать противника. Обязательно, сука, надо походить, может, еще и шакам, чтобы они тебя сбили, да, потому что отец. А, блядь, подними меня, пожалуйста, Валера, Валера. Тебе подниму, да пошел ты знаешь куда, блядь. Так, не кричи, ПЖ. Сядь я... в технику и управляй техникой. А зачем ты сказал ему, блядь? Давай приедем, встанем, будем стоять. Сейчас сядь в технику, управлять, куда, блядь, управлять, блядь? Если мы стоим на месте, ты блядь, должен, никуда не едем. Контролировать приближение непосредственно близости человека, когда здесь есть противник, его нужно убивать именно в этом круге, в котором мы есть. Да сядь ты в машину, понимаешь? Когда я скажу тебе, Гойда, ты должен двигаться. Сядь, Гойда, потихоньку кружки. Ты должен контролировать территорию, то есть сканировать местность. Представь, что ты чопик, чоповец. И чопик? Это твой район, который ты должен охранять. Чопик, ты чоповец. Представь. И просто крутись вокруг зоны. И смотри. О, давай, давай, еще перевернись, ебать. О, приехали, хуйсос. О, 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 чопик упал. Просто молодец, чё, молодец, чё, молодец, я так и знал. Нормально вы в центре. Переверни, ПЖ. Нормально все. Уже. Переверни за... Я или ты как ты думаешь? Да сраку. Чем я тебя переверну? О боже, сейчас... Валера, ты упал? Все, пи***а, меня Эдвард убил. Все, молодец. Гойда. Я тебя понял. Я понял тебя, все. Молодец. Молодец, молодец. Брат, ну в этот раз все, хорошо. Молодец. Случайно я упал. С кем не бывает. Хоть ты, конечно, и не повар, но ебаный свой приготовил. 20 шагов не смогли убить. Это пиздец, я удалю поток.
Я удалю эту трансляцию. Я эту трансляцию удалю, ты понимаешь? Я не хочу, чтобы это все видели. Этот монтажер ебаный будет хлепать, блин. Будет своим ебаным сегодня Вегасом зумировать, сидеть там. А я знал, что без там... что там будет обрыв, блядь. Я думал, мы сейчас горочку перекатим вот так вот и поедем дальше сканировать. Есть такая пословица. Лысое яйцо в гору не пойдет, лысое яйцо с горы упадет. Если ты играть не умеешь, зачем ты меня тянешь сюда? Это хуй, сиди сейчас и шаг ебаный. Чмошник. Sony Vegas свой ебучий дрочит, задрачивает. Научился, блядь, вот это, понял? Зумировать, отдалять, приближать. И шаг ебаный, клепальщик конченый. Нет бы чем-то полезным занялся, шалопай, книги почитал, ума набрался. А то сидит, сука, днями и ночами зумирует там, блядь. Ну, и что ты там перегонял? Не знаю, просрочка это или нет. Да хуй. Мужик, который мне написал, на вид. Девочки, вы упали. Лучше быть лысым, чем чтобы обышо на голове было. А у тебя там, извини меня, блядь, как насрали коты, блядь. Есть свежая фотка пены, посмотреть, как у него обстоят дела с лысиным покровом. Давай не будем сейчас о плохом. Я сейчас не хочу нанегативиться. То есть, впитывать в себя негативный момент.